Запись, поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Кондавьте вам и классников! Я начинаю свой видеоблог, свой юбилейный видеоблог номер 465! Пора танцевать! 465! Пора танцевать, мои дорогие! Поехали, мои дорогие! Почему я говорю 465? Потому что я вчера сняла, вчера вечером сняла вечерний двойной видеоблог. Двойной видеоблог по парку. По парку Южное Бутово. Он набрал последний мой видеоблог по парку Южное Бутово. Набрал 8 просмотров подписки. Все. А сейчас, в данный момент, у меня играет песня «Новый год» от Вишки. И там идет «Новый год». Вы знаете, что еще «Новый год». Каждый день тебе нальется, с песнями и споет. «Новый год, Новый год, Новый год». Так, пойду проспект я одену, еще кое-что одену, пойди подписать. Все. Как то, что была музыкальная пауза. Все. Так, да, кстати. Надо копировать сажать. Ой, да, точно.
До новых встреч, да. А, да, подписчики, а он мне рассказал, на прошлой неделе к нам в гости поезжали подписчики. На прошлой неделе к нам в гости поезжали, я поэтому не могла свои большие видеоблоги вести. Поэтому мои видеоблоги, поэтому просмотры на моем канале я скупали. Простите, если что не так, простите, ладно? Оказывается, вот такое молоко появилось. Пенсионский подписчик. Оно самое дешевое там. Вот это. Молоко плохо называется. Кем даете такое молоко подписчик? Ох, да, накладываем. Не накладываем. Да, да, окей, окей. Ага. Ох. Вот он туда. Вот дела, вот на дверь, не можете. А, ёбочка. Сечения нет. Я вновь собираюсь. Возьму. Белый лист и полотна. Ах, да, про что я вам дал рассказывал, да. Нам на прошлой неделе приезжали гости подписчики. И я, конечно, не могла проводить свои большие видеоблоги. Я вам попробую, не буду говорить, какие именно гости. Я вам не хочу, чтобы от глаз не отрезать. Опа, вот это новости. Ладно, ничего страшного. Ты сами деньги, дом знаю, постоянно. Так, так, подписывайтесь, мои любимые. Я знаю,
Вот такие вот дела, вот и все, ага. Там у меня сидят на ютубе молитвы идут по тысяче. Так как вчера двойное видео вот прошел, сегодня можно снять 465 и 466, мои дорогие. Можно здесь? А, да. Я уже придумала, что я буду доить на билет своей подруги. Как я вам говорила, моей подруге в этом году лет. Я ее уже придумала, что буду доить, и уже я появила подписчик. Все, подписчики, пойдемте. Я молодечно, заявки или животе. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять. Все. Ух. Ух. Все. Так, мы раздвигаем. Тут наш блок не еще.
Все. После зарядки. Так, надо глотнуть воды и вернуться завтракать. Потом после еды витамины. Не его не жаль. Да, понятно. Вперёд, Россия! Вперёд, Россия! Вперёд, Россия! Вперёд, Россия! Вперёд, Россия! Сильны, постоянно! Вперёд, Россия! Стоп! Какой у нас будет музыкальный блок? Так, надо поставить этот телефон для разговора. Пока отставить надо. О, две палочки осталось, ну надо же. О, опять он кушать захочет, мой дедушка. Дедушка мой кнопочный. Вот такой у меня сейчас телефон для разговора, подписчики. Пятнадцать 24. Так, все, поехали. Миски, поздоровайтесь с подписчиками. Здравствуйте, подписчики! Мы Мишки Хозяйки! Так, как говорится, я глух. Когда я ем, я глух и нем. Поехали! Рассветный закат и вечерний огня.
О, Буланова. Ух. Я. Я, ты дура пошёл. Thank you.
Ну что, а сейчас мы будем печеньки кушать по тысяче, да-да. О, без зонтики. Да, печень без зонтики, да. Знаю. Мы немножко вот так сделаем бабки. Я мы будем пить кофе вот таким кофе печеньем бабки. Называется ребята. Только потом не обессудьте, мои дорогие. Ой, забыл поменять вас это. Что ж такое-то? Перед мне переключать подписчика. Потому что лёжка не первый раз уже,
двойное душе. Я кому шо слушу, как рубашку голоса, чтобы в пьяной драке и рубила волоса. Если бы не это, мы б нему на свадьбу шли. От ножом в лопатах у Сараева нашли. Что ж поубивается, девчонка спасти. Чуть-чуть посомневается, и слезы обопрет. А потом без стука отворит другому дверь. И прости, Алёшка, ведь всё равно тебе теперь. Но однажды ночью ей приснится страшный сон. Утопит квартиру, но явился он. Там, за другого, ты вышла не беда. Но не кто-то, что меня нашел в лопатку, ох, тогда. И проснувшись ночью, услыхав такую вещь, побежит на кладбище, отыщет серый свет. И могильный холмик которая понравилась.
Ой, боже мой, ты что такое-то? Пожалуйста, подписчики, не отписывайтесь от меня, пожалуйста. Я вас очень прошу. А, да, я вам не рассказывала. У меня у меня теперь на канале 148 подписчиков. 148! Подписчики мои, снова возвращаются, мои дорогие. Ой. Боже, малолетка. Ну, давай. Я посмотрю, как Ютуб на это реагирует на малолетку. Я просто не знаю. Пипец. Ой, да ладно тебе, все боятся. Хулиган, я был не хулиган. Я не хотел, я советом не хотел. Папа-канала, папа-кан-кан. Думал, лишили меня белых банков. Меня красивый, и ломали деньги. Да, это все во мне. Узвай, купи со мной. Малолетка, малолетка, лохви. Ой, блин, 20 малолетка. Вот, я делал просвет, отпусти. Вот такой он теперь. Я буду вещаться с вами один день, так как, ну, я вам не могу объяснить, так, ну. Я буду с вами только один день вещаться, подписчики. Я постараюсь с вами сегодня 2 влога снять. Это 465 и 466, пора вкусно поесть, все. Что скажут подписчики на предлог, а?
Mm-hmm.
Да, та девка. Окей. Подписи, я хотя бы, ну, я не знаю, как в этом году получится. О, я знаю эту песню. Парень тень в сердце. Где саду и стоянка в лесу, ой, где вкусно гнусь на одной. Ух. Саду и стоянка в лесу, ой, где вкусно гнусь на одной. Ты не будешь голосовать.
руками, пьяной походкой. И выходной день, никаких политических передач сегодня нету, подписчики. Вот такие вот дела. О, Марджанджа! Михаил Шапутинский, Марджанджа! Так, спину. Да нет, сначала мне сказать, я забыла еще раз сказать о писке. Мне стал один дурачок угрожать. Его зовут Вахов Даниил Валерьевич по писке. О, Вахов Даниил Вахов, это аутист, он лежал в центре себя, ты будто со мной по писке. С виду он нормальный парень, а в интернете такой, так угрожает, подписчики, опасайся его. Я же, честно, боюсь, за нее лагала, подписчики. Я боюсь, за нее лагала. Ольга, ух ты! Ух ты, с тобой видео спасибо издевать! А видео, с тобой видео, а видео, а что с тобой видео? А видео, а что с тобой видео? Меня так и так жалобы напишут, так мы слышим. Слушаем музыку на пишке. Бога спа!
Судьба на всех красота. Ожидает нас на улице чудеса. Скоро съехать. На улице. И собой везет. И поехать. О, простите. Скоро съехать. И поехать. За собой идти идет, и говорит, и понюхаю. Ой, прости, попись, а ты не со стихом наказать. Да. Город Санта, город Умница, на бульварах все красота, ожидает нас на улицах чудеса. Город светится и понюхает, за собой видела, ты аукает, дает нам чудеса. Город сказочный, друг наш истинный. Он ваш любимый. Я вам рассказала стих во время песни. Передаю привет всем Украине. Передаю привет Наталье Викторовне. Передаю привет Елене Викторовне. Передаю привет Арсене Николаевне. Передаю привет Борису Лагутину. Передаю привет. Борис, передаю привет Борису Лагутину. Передаю привет Борису Назарову. Передаю привет Саше Егорову. Передаю привет Карамине Францевой. Так, передаю привет Никите. Передаю привет Ильясу Кольчину. Передаю привет Яне Богатиковой. Передаю привет Насте Крожановской. Передаю привет Роману Спаюшке-Жошкину. Передаю привет Ларисе Владимировне Смолновой. Передаю привет Ларисе Балановской, певице. Передаю привет моей лучшей подруге Юлии Клокотиной. Передаю привет моей лучшей подруге Оксане Трубицкой. О, нет, не лучшей подруге, ну да. Ну так, она у меня на втором месте как бы. Ништяк, 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 ништя
дружить я не желаю, и людям не служу. Так, все не забудь, ой, ой, ой. Да. Да. Ух ты, кто? Сверчок? Ого. Не слышала, да. Не слышала. А, понятно. Большой? Большой? Ого! Ого! Да. Понятно. Ага. Да. Угу. Угу. Ну да. Ой, да я боюсь. Угу. Ага, да.
Ну да. Ну да. Ага, ну да. Баян. Ты смотрел мое видео новое, да, мам? Нет, нормально все. Ага. Да не, я сейчас это, я сейчас заканчиваю влог снимать, сейчас потом буду играть. Мама, опять я в атаке вернусь, мать моя женщина. Ага. Ну да. Да, ага. Понятно. Ага, ну да. Ну да. Хорошо, пока сейчас буду завершаться и в ёлочку играть. Стоп. Бесплатно есть, ничего себе, ух ты. Ну-ка смотрим бесплатно еще. О, офигеть. С ногом пошли. Я помню, я пойду. Да, я тоже помнила. О, на что специально? Все, оп. Так, они же в конце года будут проверять, как я активно слушала музыку и как я это. Кстати, да. Кстати, да. Надо заплатить, включить блокировку рекламы. Обновить. Да вы что такое, да? Так. Что вам называет? Ведь рядом подойдет. Вам мальчишка, всем известно. А в Акасе. О! Ротай, тогда я в бокате. Давай. Ой! Блин, мы же вещаемся еще. Ой, пипец. Мы забыли, что мы вещаемся. Капец. Подписчики, мы забыли, что мы вещаемся. Блин, ладно, завершаемся. Всем пока, звони Нина, Нина, звони Нина Котова, звони Нина Котова. Всем пока, пока, всем пока, пока. Так, ой. Так, всем... Дочки. Ангелочки, ну-ка идите вместе. Я на вас двоих завершусь. Давайте. Маленький, большой ангелочек и маленький. Все. Поехали. Хи-хи.
всем пока, с вами Нина Ирина, с вами Нина Котова, с вами Нина Котова, всем пока, пока. Видео закрывается, на моих ангелочках. До встречи на следующем видеоблоге номер 466. Пора вкусно поесть. Всем пока, пока. Всем пока. Ой, пойдемте в пайдик мусор вынесем, подписчики. Постой, по выменим с прощанием, мои други. Мои други, по выменим с прощанием. Други мои. Мои други, по выменим с прощанием. По выменим с прощанием. На падик. Так. Где падик? Какой? Падик. 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 Сейчас он покажу, а сейчас я вам покажу вид из окна. Вот такой вид из окна, из пайника. Там я, там играю, ты школьник, на площадке. Сейчас я вам видео спешу, как они играют. Подписчики. Они меня, конечно, не видят, потому что на 12 этаже. Они забили голову, смотрите, подписчики. Ладно, пойдемте, дорогие друзья мои. Вот такая красивая погода. За окном ясно, солнечно. Все, пойдемте. Все, подписчики. Вот это мой этажик. Вот это этажик, подписчики. Ой, это подписчики, смотрите, видео без монтажа, понимаете? Так, что тут? А, да. Ой, Вася, смотри, как крутой. Ой, кажется, малыш плачет. Там соседи малыш плачут. Так, все, я вам сказал все. А, да, мы же хотели на ангелах глушить, точно. Кстати, да, мы хотели на ангелах глушить. Какой-то. Так, ко мне какой-то новый подписчик добавился, поехали. Так, аккуратнее с колонкой, Дина, аккуратнее с колонкой-то. Да, я знаю. Мне вчера такие угрозы сыпались. Нет, не сегодня, не вчера, а сегодня. Короче, некий Данивах мне начал угрожать. Сейчас я вам покажу его угрозы. Так, смайки я ему не буду показывать свои. Так, ну это я ему смайки послал, так дальше. Так, вот что он пишет. Бошка. Я не могу это вслух читать. Читайте, вот. Вот, я не могу это вслух читать, потому что он богохует. Мрахуйте, вы прочитайте, что он пишет. Я не могу писать, потому что это затрагивает чувство верующих. Вот, вот что он мне написал. Вот и угрозы. Вот его угрозы. Вот угрозы еще. Вот еще его угрозы. Вот еще его угрозы. Вот его полностью его угрозы. Так вот. Где-то это я ему с маленьким послала. Я тебя буду мешать.
Я ебанутый. Это он так, это я не смутился, это он так сказал. Вот, вот я написал. Шалунова там написал. Так вот. Потом он еще написал, я тебя ножом пырну, написал. Потом еще так, я тебе нож воткну в сердце, в бесишь уебок. Нет, нет, я не больной, бесишь уебок. Так. Да, да, я больной, нож тебя воткну в голову, пусть нож будет торчать всегда из головы. Дальше, да, я больной, пишет. Так, дальше, я шел новую, отравлю ядом, пишет. Подписчик, так, кто еще там, так, блядь, пишет. Когда я схлопочу, так. Он написал, когда я схлопочу, дальше у нас. Нож тебя воткну. Блин, подписчик, он тебе, походу, все свои угрозы удаляет. Смотри, пишет, нож тебя воткну. Этот пусть вас сдохнут родители, там пишут. Пусть твои родители там убьют, блядь. Вот. Так, потом удалено письмо. Вот такое вот. Так, теперь нахер сердца дорогу, так, убью ножом. Так, удалено. Так, я твою семью там. Так, дальше у нас. Так, все, вставай. Все, вот такие вот угрозы мне шлет Даниил Варов. Вот такой мне угроза шлет Даниил Варов. Кстати, опять снова шапки вернулись, а вот так пока не вернулись, подписчики. Так, все. Ко мне еще какая-то Катя добавилась. Я ее не знаю, ладно. Так, одна на язык магазинчик точно. Сейчас надо удалить из данного. Ой, зачем сказал удалить? Вот, блин, подписчики, простите. Ну, я же говорю, на магазинчик играет. Ладно, окей. Так. Ангелочки, давайте вставайте сюда. Я, наверное, завершусь. Так, яичко тоже сюда иди. Яйцо тоже сюда иди. Ангелочек, давайте вставайте. Так, сначала яйцо, потом ангелочки вот двух. Да, ангелочку и яйцо. Поехали. Всем пока. С вами Нина Ильина. С вами Нина Котова. Всем пока. Всем пока. С вами Нина Котова. Всем пока. До встречи на следующем видеоблоге номер 466. Пора вкусно поесть. Всем пока. Завершаюсь я на боженьках.